Прямо сейчас на связи со студией Freedom наш корреспондент Ксения Барвиненко. Она работает в Буче. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Да, расскажите, да, какие мероприятия сегодня проходят вот в городе и чем город живет сегодня? Здравствуйте, коллеги, еще раз. Начну с последнего. Город восстанавливается. После 33 дней, именно столько Буча была в оккупации, после 33 дней ужаса и террора, которое довелось пережить этому маленькому городку под Киевом, Буча восстанавливается, люди отстраивают свои дома, с этим помогает и городская власть, и украинская власть, чтобы как можно скорее вернуть городу тот вид, тот первозданный вид, который был до полномасштабного российского вторжения. Сегодня Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский, а также президент Молдовы Майя Санду, премьер Словакии Эдуард Хегер, премьер Хорватии Андрей Пленкович и премьер Словении Роберт Голуб. Сначала они почтили жертв российской агрессии в Буче. Я напомню, тут после деоккупации города нашли много братских могил, потому что россияне расстреливали людей просто посреди улиц, они разрушали дома, они брали людей в плен, гражданских людей брали в плен, пытали, казнили и тела сбрасывали в братские могилы, поэтому очень много братских могил. И одну из таких президент Зеленский вместе с коллегами сегодня посетил, чтобы почтить память людей, которые стали жертвами российской агрессии. Также Владимир Зеленский сегодня вручил Буча символ городу-героя. Теперь Буча — это полноценно город-герой, который стал щитом, настоящим щитом для украинской столицы, потому что если бы Буча или Ирпень не выдержали российского натиска, то вопрос штурма Киева, столицы Украины, стал бы только вопросом времени. Также Владимир Зеленский сегодня вручил награды защитникам Бучи. К сожалению, некоторые награды вручил посмертно. Их получали дети или жены украинских героев, которые стали на защиту своего города и своего государства в первые дни российской агрессии. Коллеги. Ксения, спасибо огромное за это включение, за последнюю информацию. Я напомню, Ксения Барвиненко, корреспондент Freedom, была с нами на связи из Бучи. Спасибо.